Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, и у нас грандиозный приз может стать нашим. Для этого нам нужно много-много поиграть. Это у нас, по-моему, дракон лыжный или как-то так, и дракон шишка стопудово. В общем-то, прикольно. Прикольные мне нравятся вот эти вот наши варианты кручения рулеточки. Мы туда, конечно же, заглянем. Да, мне я вот существ, кстати, не наловил. Интересно, уже таймер сбросился или нет? Сейчас давайте посмотрим. Ладно, давайте зайдем сразу сюда. Через 1 час. Нет, то есть я еще могу наловить существ. И это, короче, круто. Остальные я таймеры вроде как выполнил. Там все выполнилось. Но нужно сейчас вот этих вот натыкать. Ну, конечно, я их 200 штук не поймаю. Ну, за час их столько не появится. Тем. Лети сюда. Вот так, вот так. Так, что у нас тут по острову? Вот здесь у нас все спокойно. Кстати, я туда так посмотрел. Я еще могу построить целых 2 жилища каких-то. Ну, нужно будет смотреть, да. То есть, какие там динозаврики, дракончики какие у нас есть. А потом будем строить. Так. Так. Лети сюда. У нас такой краткий обход территории, и заодно наловим вот этих летающих шариков. Блин, мышка этот капец так неприкольно ловить. Пальцем тыкнул и все. А вот мышкой прям такие снайпшоты делать надо. Так, еду. Еду тоже нужно собрать, хотя этого сейчас у нас задания нет. Но мы просто так, надо наращивать. Еду, то всю потратили, было 13 лямов. Так. А, стало вообще копейки какие-то. Так, в принципе, золотишко тоже можно пособирать. Так, опять же, не все. У нас еще не закончилось клановое событие. Сейчас мы туда зайдем, заглянем. Код дружбы 5B0F59. Кто записался первый раз, тот молодец. Так. Давайте зайдем в клановое событие. У нас тут приготовление рецептов еще идет. Вот мне дали бисквитики, которые я просил. И можно поставить. Дайте драконам еду. Это обмен. Вот это вот сейчас. Давайте. Старт. Отлично. Золотишечко соберем. Ать, давайте. И задание мы выполнили. Оно, в принципе, у нас эта акция скоро закончится. Дайте драконам еды. Это тоже легкотня. Так. Феликс. Феликс, Феликс. Так. Задание выполнено. Так. Никому такое барахло не надо. Еду на фермах. Ах ты. Short podury. Ладно, через час соберу. Так, ну что, давайте пойдем тогда в акцию. Так, у меня 0, у меня 21. Пожалуйста. Не жадничаем, да? Кто насобирал, тот поделился. Тынь-тынь-тынь-тынь. Собираем, собираем золотишечко. Так, вот еще один летун. Иди сюда. О. Прям навстречу. Так, код дружбы 5B0F59. Еще раз посмотрели, кто на слух не запомнил. Так. И... Нет, да, перед тем, как мы туда пойдем, ребятки, у нас же есть еще классное событие. Так, нет, ты нам не нужен. Ты нам не нужен. Так, рубинчик, ребятки, да. Кто правильно писал, 23 часа. Это у меня высиделся рубинчик, а сегодняшний наш новый дракончик — это редкий дракончик, вот такой вот северянин. У меня его еще нет, просто мы его получили довольно давно. Так, тут не на что смотреть. Давай закрывайся. Жаль, что нельзя это все дело пропустить. Да, это здорово, у нас получился северянин. Вот такой вот у нас зачетный дракон. Северянка. Это у нас лисичка, судя по всему. Нет, не так. Смотрим на ее показатели. Редкий 59. Дракон-северянин
Жесткое, твердое существо, привыкшее к холодному климату, жестоким битвам и долгим морским путешествиям, но он станет вам самым надежным товарищем, если вы сможете с ним подружиться. Ну, вроде как лисичка. Может, конечно, и писец, но все-таки цвет волос рыжий. Ну, цвет шерстки на туловище такой, что и серо-голубой, может быть, и писец. Так, ну давайте сейчас особо раскармливать не будем. Как вы считаете, это лисичка или писец? На кого похоже больше? Так, и помчались, ребятки, в акцию. Так, что у нас тут по наградам? Кстати, это дракон. Дракон шишка, да, все правильно. Редкий дракон. Дракон прикольный. Ну, то есть, естественно, не по силе. Дракон шишка очень приятно пахнет. После попадания воды он становится тоньше и занимает меньше места. К сожалению, это значит, что он часто застревает в шкафах своего тренера. Толще. Не тоньше, а толще должен становиться. От воды вообще-то все разбухает. Иначе как это он бы застревал в шкафу? Он бы наоборот тогда выпадал из шкафа. Тут, по-моему, наверное, неправильный перевод. Вот так вот. Ну, я бы его не прочь получить. Конечно, блин, и 2000, но это, по-моему, нереально. Собрать 2000 драконов. Это же 2000 драконов нужно собрать. Да, ну это жесть какая-то. Честно говоря, здесь дело в том, что после того, как изменили вот эти вот все приколы, здесь нужно... Вот мне нравилось, когда очков было меньше. Когда меньше нужно было сделать. Потому что это капец, нужно часами в эту игру играть. Это как бы скучно. Скучно столько-то играть. Как по мне. Так, еще нужно привыкнуть вот к этим вот штукенциям. Вот у нас ключи есть куда распихать. А то на глаз как-то непривычно. Блин, 3000 очков потратить. Блин, это же жесть. Это 100 раз вот эту кнопку нажать. 100 раз нажать вот эти кнопки. Так, корона. У кого здесь тут корона есть? Так, вот так. Ну да, 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 тут реально 3000 очков потратить. Да ну. Эта игра стала очень жестокой, как по мне. Так. Книжки никому не надо, никто не хочет учиться. Вот сюда. О, да, дракончик. Я его сейчас тоже вывожу. Рубинчика, слава богу, вывел. Не-не-не, драконов обновлять это неблагодарное дело. Нужно вот так вот перезагрузить. Ать. Так, ключи, ключи. Нам ключи больше надо. Два ключа вот этого дракона первого освобождаем и сразу же освобождаем второго. И крестоносец тоже наш. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, ну ничего, все нормально. Так, ждем, кто у нас тут появится. Так, книжка надо кому-то, надо книжка, берем с этой стороны. Шишечка. Шишечка. Дракон, шишечка. 26 уже собрали. Давайте посмотрим просто, что сейчас выпадет. А, ну тогда можно и вот так. 30 драконов собрали. Ну, драконы как-то быстро довольно собираются. Смотрите, блин, ну это капец. Эту серию, если бы потратить все 3000 очков, то эта серия займет, наверное, минимум час. Лыжника давайте заберем. Вот так, вот так. Вот так и вот так. Отлично. О, как классно смотрится этот дракон. А, суперски.
и никому не надо. Разрушить. Неплохо. 45 драконов. То есть уж 43 мы уже насобирали. Вот тебя, вот тебя. Вот так. Заполняем. Корона, отлично. Дракон снег пойдет. Так, давайте тебя соберем. Короны, короны всем нужны. А вот эти головы, блин, никому не надо. Я вот так вот сделаю, потому что смогу классика собрать. 60. О, так вот это хоть кому-то понадобилось. Вот так вот, наконец-то разобрали. Нам везет, ребятки, неплохо. Мне прям аж самому интересно стало. Две короны ждут нас. Ключик, книжка. Ты, корона, корона. Это как будто бы шахматная доска, конь. Вот что-то похожее. Так, корона никому не надо, ё-моё. Так, ключик. Книжечка. 76. Подождите, оно вообще как считается? Это теперь уже не драконы, это что-то другое? Так, надо сейчас посмотреть. Это что-то как-то, мне кажется, очки слишком быстро добавляются. Разрушить. Так, 76. 77. Нет, все, все правильно. Семьдесят восемь. Хм, странно. И короны. Так, что-то слишком часто мы разрушать начали. Непорядок. Кристалл. И опять короны. Блин. Чуть ли не три раза подряд уже разрушаю. Нехорошо. Ну, у нас очков. Это мы только... Мы потратили вообще малую часть очков. Кому корону? Налетай! Никому не надо корона. Жаль, что нельзя разрушить какую-то одну из этих. Нужно разрушать все, но такое дело. Что, до соточки давайте добьем. И, в принципе, дальше я пушку как-нибудь там за кадром буду это дело разбирать. Но это очень долго, ё-моё. Это очень-очень долго все. Мне такое не по душе. Слишком много времени на это тратится. Я лучше серию какую-то записать бы успел еще. Чем вот это сидеть полчаса тратить 3000 очков. И ключик, ключик, ключик. Ключик нам нужен. Давай тебя соберем. Девяносто пять драконов уже собрали, ребятки. Ну, почти половину очков потратили. Так, один готов. Так, короны, короны, короны. Ладно, давайте пока что так сделаем. Ага, вот так, вот так. Отлично, мы даже что-то выиграли. Вот так, вот так, вот так.
104, блин. Ладно, давайте еще поиграем. До первого завтыка. Ну, то есть вот. Когда у нас вот уже ничего никому не надо будет. Корона и все. О, вот так вот, ребятки, неплохо. Ух, так, наше место 37. Так, ну что, ладно, это я тогда за кадром поклацаю. Дракошку мы с вами прикормили. Все, в общем-то, успели. Так, что-то я хотел, что-то не хотел. А, сколько у меня здесь очков? .936. Ну давайте заглянем. 16-53 уровень, но на все звезды. Ну давайте попробуем. 52-й, но на все звезды. Это ах ты, блин, нехорошо получилось, да? Два раза смог проатаковать. Ну, надеюсь, у него там их будет всего два таких крепких. Все нормально, идем хорошо пока что. А, у нас два вот этих зелья, точно, я же уже беру по два зелья, потому нормально. Мы можем двоих любых драконов пробить. Любых двоих. И вот 53-й. Ну, вот так. Хотя, наверное, если бы я выбрал просто усиление, я бы его и так пробил бы. Трехкратный. Ну ладно, потратили заклятие. Но не страшно. Ладно, давайте еще один бой сделаем. Нам там сундучок дадут открыть. 58-й. 58-й. Так. Нет. Вот вместо тебя возьмем вот так вот. И смертничка какого-то еще. Помчались. Лучший защитник 58. Хорошо. Шевалье. Эрланшень. Стихийка. Мой уровень. Так, это на 4 уровня больше. Ну, здесь, наверное, надо вот так вот делать. Сразу, потому что это считай, что у меня 56. Хотя 2 уровня разница. Можно было и усилением обойтись. Скорее всего. Ну, всего лишь один был такой крепкий. Ура! Давайте откроем этот же военный сундучок боевой. И жаль, что он не попалось нам ничего божественного либо легендарного. Ну, в общем-то, тогда, ребятки, на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.